Когда 3 года тому назад произошел в Тулузе теракт, когда вот такой же вот отморозок. Они до сих пор были направлены против евреев. Исламский, да. Он ворвался во двор еврейской школы, там застрелял 3 детей. То Оланд приехал, сделал всякие разные заявления. И туда поехал Натан Щеранский, глава Сахнута, с делегацией Сахнута, чтобы выяснить, чем там можно помочь. И Щеранский на этой совместной пресс-конференции сказал, что антисемиты всегда начинают с евреев, но заканчивают они не евреями, а всеми остальными. Так вот, эти вот слова Оланд пропустил мимо ушей. И вот до сих пор, вот до вчерашнего дня, все эти теракты французское правительство и французские власти пытались представить как либо теракты одиночек, либо сумасшедших, либо еще что-то, но не как тенденцию. Более того, это самое ужасное, что первые, я не следил за последние несколько часов, первые репортажи французской прессы, они шли по таким заголовкам, что люди, которые произвели расстрел, кричали не «Аллах Акбар», а «Господь Велик». То есть они переводили это на французский, чтобы, не дай бог, не было никакой связи с Аллах Акбар. Понятно, что кто это? Более того, все 3 последних теракта, которые были 2 против евреев, а один не против евреев, там тоже кричали они по Аллах Акбар, но это нигде не упоминалось.